Непогода в виде сильного ветра, крупного града и дождя наблюдалась в Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также Косово. Наиболее досталось Сербии, там непогода принесла хаос в муниципалитете Хан и Елис. По словам министра внутренних дел, женщина погибла, когда дерево упало на машину, на которой она ехала в северном городе Самбор. Бригады экстренной помощи также эвакуировали некоторых жителей этого района из-за плохой погоды. Проливной дождь, сопровождавшийся градом, выпал также в ряде других районов, включая столицу Белград. Наводнение затронуло несколько кварталов в юго-западном сербском городе Нови Пазар, где власти объявили чрезвычайное положение. А теперь, давайте перенесемся в бразильский штат Рио-Гранди-ду-Сул. Тут также царит непогода. Стихия обрушилась сразу на несколько городов. Со слов очевидцев, местами град достигал 5 сантиметров в диаметре. Сильный проливной дождь спровоцировал наводнение, опустошил муниципалитеты, что привело к разрушению мостов и дорог, изолированному населению и тысячам бездомных, а также к человеческим жертвам. Сумма осадков составила 104 мм в Виленнова и 80 мм в Жардиме. В сети Национального центра мониторинга стихийных бедствий Семадин осадки до начала второй половины дня достигли 82 мм в Кристале и 75 мм в Парфеноне. Дождь в порту Алегри, который идет уже более 9 часов, в некоторых частях города превышает 100 мм. Из-за превышения уровня воды в реке Гуайбе, дренажная система города была перегружена, а это спровоцировало новые наводнения во многих районах. Север Италии пострадал от сильных ливней и града. Непогода обрушилась на Турин, а конкретно на город Сантина, который находится в 20 километрах от столицы региона Пьемонт. Пожарные вынуждены изрядно потрудиться, чтобы спасти людей, оказавшихся в своих машинах во время непогоды. Движение было нарушено на многих провинциальных и второстепенных дорогах. Местные жители выкладывают в соцсети кадры погодного апокалипсиса, улицы города завалены толстым слоем льда и снега. Фермеры заявили, что урожаю нанесен серьезный ущерб. На многих плантациях фермеров потери урожая достигают 100%. Несколько дней назад на Италию обрушился циклон, который нанес ущерб некоторым городам. Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись. В некоторых местах вода была по пояс. Люди старались взять с собой из домов все, что могли вывезти.